Всем привет! Сегодня я покажу обучение смерти клопа на перепелочке. Вот так она играется, короче, вот у нас все струны это активно идут. Вот так. Так играйте каждый день, и вы будете профессиональным гитаристом или перепелочником, короче. Всем удачи, всем пока, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчики, пишите комментарии. И еще раз играю.